Но сейчас перейдем к спорту. Боксер Абзал Куттыбеков провел бой в 1/8 финала международного турнира Кубок Странджа, который проходит в Софии. Его соперником в весе до 92 килограммов был китаец Хан Сюджин. Казахстанец выиграл раздельным решением судей 4-1. И к нашему эфиру присоединяется Алишер Накипов. Алишер, с кем далее встретится наш боксер? Доброе утро, Алишер. Приветствую, коллеги. В четвертьфинале, который пройдет уже сегодня, Абзал Куттыбеков встретится с Навином Кумаром из Индии. Напомню, что в четвертьфинал ранее вышли казахстанцы Санжар Ташкентбай, Уразбек Асылкулов, Ерасыл Танхай, Нурханат Раис и Турсунбай Кулахмет. Талгат Шайкин прекратил борьбу по итогам 1/8 финала. Казахстан завоевал еще одну медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике. Серебро в Ташкенте нам принес Александр Уваров, выступающий в весовой категории до 81 килограмма. В сумме двоеборья спортсмен поднял 343 килограмма, 153 в рывке и 190 в упражнении толчок. Чемпионом в этом весе стал северокореец Ри Чонг Сонг. Бронза досталась туркмену Гайгысызу Тураеву. Напомню, ранее другой казахстанец Сайрамкез Ахмолда завоевал серебро в весе до 67 килограммов. Команда Казахстана по фехтованию на шпаге стала второй на этапе Кубка мира среди юниоров Швейцарии. Нашу сборную представляли Богдан Лукин, Алексей Касаткин и Кирилл Проходов. В полуфинальной встрече они обыграли американцев, однако в финале в упорной борьбе уступили сборной Венгрии.